Здравствуйте, дорогие рыбки! Мы прогулялись с вами на прошлой неделе, но сегодня встретились и сейчас будем делать прогноз на неделю. Итак, что ждет людей под знаком зодиака рыбы с 19 по 25 апреля? Так, смотрите, рыбки, на этой неделе вам необходимо сохранять твердую позицию. Возможно, будут какие-то ситуации, которые попытаются вас выбить из колеи, которые попытаются вас как-то из равновесия выбить. Может быть, будут какие-то провокации внешнего мира для того, чтобы вы принимали какие-то решения, да, то есть какие-то резкие движения совершали. Какие-то необдуманные поступки, могут быть внешние какие-то ситуации. Например, что-то у вас должно, ну, вы запланировали себе что-то, раз, что-то идет не по плану, и вам нужно быстро принять решение, и вы начинаете импульсивно метаться, что делать. Если такие провокации, ну, вы с ними столкнетесь, вам совет. Самое главное – сохранять спокойствие. Вообще, королева жезлов – это... карта уверенного в завтрашнем дне человека, человека, который понимает, чего он хочет, как ему этого добиться, который уверен, который обращает внимание на знаки, который, ну, понимает уже какие-то основы бытия, мироздания, и люди, которые очень много понимают в этой жизни. И это вы сейчас на этой неделе. То есть эта карта символизирует вас, говорит о ваших качествах. И вот их будут пытаться провокации как-то, ну, выбить, да, из состояния ресурсного. Самое главное — сохранять вот это спокойствие, поймать вот эту волну уверенного в себе человека, который точно знает, чего он хочет. Потому что если вы поддадитесь панике, если вы поддадитесь каким-то эмоциям, если вы начнете рефлексировать, у вас будут потери. Потери какого плана? Они могут быть как, ну, материальные, да, то есть и финансовые, какие-то поломки, ну, материальные потери, это в чем угодно может выражаться. Кражи, ну, поломки, да, я там уже сказала, там можно в ДТП попасть, там машину поцарапать. Не страшное что-то там, катастрофа, но вот именно неприятное, неприятная какая-то порча имущества, какие-то мошеннические атаки, хакерские атаки, ну, что-то вот неприятное такое. Не катастрофа, но вот осадочек будет. Либо вы можете потерять не на физическом плане, вот на ментальном, да, то есть вы можете потерять авторитет, доверие, кто-то про вас начнет плохо думать, если вы начнете поддаваться вот этим волнениям, да, если вы сами можете потерять энергию, энергию терять это очень опасно, потому что когда мы теряем энергию, тут начинают сыпаться вообще все сферы на свете, любая может посыпаться, и здоровье, и те же финансы, и отношения. Поэтому вам необходимо именно будет обращать внимание на это. Но предупрежден, значит вооружен. Поэтому на этой неделе вам необходимо, в какой бы сфере это ни происходило, это могут быть... Что может вас выбивать из колеи? Может быть, ваш партнер будет раздражен или как-то вспыльчив, или что-то вот у него не будет ладиться на работе, он пришел домой, сорвался на вас, да? Бывает такое. Если вы заранее себя настроите на то, что вы в коконе, вы не поддаетесь там на эмоциональные состояния других людей, если вы себя на это заранее запрограммируете, то поверьте, вы сохраните свою энергию, и все будет окей. На работе может быть что-то, да, вам дали какое-то задание, вам руководитель что-то дал, вы его сделали, а он либо хотел другое, либо он начинает вам поднакидывать других каких-то дел, и вы понимаете, что вы за все хватаясь не можете все сделать качественно, хорошо, либо вам вообще начинают нарезать дела, которые вы не обязаны выполнять, которые вообще не входят в круг ваших обязанностей, да. И вы начинаете из этого нервничать, вы начинаете, например, это делать и злиться, и вот в этот момент вы теряете энергию, все идет не по плану, и действительно все начинает рушиться, как вы и подумали, что сейчас вы ничего нормально не сделаете, так и будет, если вы так на это настроитесь. Какой выход, да? Если вам начинают нарезать какие-то обязанности, так, прямым текстом вы скажете, я готов взяться за эту работу, но мне еще нужно вот то сделать качественно, вы же с меня спросите, если я сделаю то плохо.
мне нужно еще время. То есть говорите об этом, не молчите. Отстаивайте свои права, отстаивайте свою позицию, отстаивайте свои интересы. Это сейчас важно, но не через конфликт, а через способ, ну, через нормальный договор, да, через нормальное общение. Об этом на этой неделе ваши, вам карты говорят, поэтому самое главное — сохраняйте энергию, не поддавайтесь на провокации, будьте уверены в себе. И если вы будете понимать, что правда на вашей стороне, что вы не требуете ничего заоблачного, что вы нормально общаетесь с человеком, что вы сами не конфликтуете, не провоцируете никого, и вы нормально доносите спокойным тоном информацию, объективную вашу, не молчите и не вдумывайте ничего, и не строите никому козни, то поверьте, все у вас будет хорошо. Предупреждение хорошее, пользуйтесь, и будет вам благо. Такой посыл вам дают карты. Удачи вам, пусть сложится наилучшим для вас образом.